О, здорово, Димон. Все тяжелится. Да, сейчас мы с тобой испытаем, да, технику на воде. Ну, показывай GPS. Где он тебе скорость показывает? О. Это у нас показывает скорость. Ну что, поедем испытаем. Ты давай, давай, стоп, стоп, мути. О. Дима, взад выйди, чтобы тут не пугать. Назад. Чтобы не зацепит. Зацепит. Чем мы зацепим? Чем, чем мотором? Мотор висит выше дна. Сейчас надо плыть туда, где нету рыбачков, да, чтобы не мешать. Мешает нормальный водометчик. Ну, вот у нас Амур открылся, рыбаков по всему берегу, да? Все, все хотят поймать рыбку, да? Знаешь, Дима, что сделай? Включи на нейтрале и к себе туда пододвинь, потому что мы все равно сейчас будем испытывать. Садиться, как мы с Андрюхой садимся же, видел? На одну эту. Ты садись, а я... А ты рядом не сядешь, потому что... Нет, ну как бы борт прихватывает, ну с половины жопы это. Ага. Это, да, я туда, половину. Да. Ну это мы максимально будем. Ну давай. Все, поехали. Поехали. Попробуем. Послушаем. Ну вот она уже на рядане. Полный газ. Ну. Ну вообще махом вышло. Да, да. Хорошо. Скорость у нас 24 километра в час, 23, я не знаю, сейчас на камеру видно будет. Сейчас мы контрольку поменяем.
еще чуть-чуть. Все. Там вышел? Да, вышел. Подожди, высоко. Вот, да. О. Нормально? Сюда еще нужно. Вот так вот, да? Угу. Так, подкладываем мы планочки, да? Сколько у нас там? 27 максималка была. Все там протянул, да? Протянул. Так. Давай на вторую. Принимай-ка. Ага. Есть, да? Есть. Заперли, да? Ну да, убирать надо. Что-то у нас на данном этапе не получается. Мне кажется, это за конструкцией дна. Да, мне кажется, что лодочка чуть-чуть не подходит для водомета, да? Тебе, Дима, так не кажется? Скажите, мне ваше мнение. А тоже кажется, да? Да. Дно килеватое слишком. Шукили этот, она выходит на него. И у него жопа начинает вот так играть. Вот здесь вот создает разрежение, наверное, что ли, что-то разница. Нет? Нет? Что, много? Да. То есть планку мы подняли, оно не пошло у нас, да? Прохватит. Ну давай все-таки, может, завалим на бок, посмотрим, блин, все-таки, насколько это сейчас, чтобы. На песке его подержать, столько мне. Да. Ну я говорю, то просто подержать кому-нибудь. Да, подожди, я прикручу. На какую сторону? Я его открутил уже. А ты открутил? Да. Все, планку вывелись. О. Посмотреть все-таки по факту, чтобы сориентироваться. Давай его подзатащим, да? Да зачем прям? Прям так, да? Ну, на эту сторону навалим я здесь. На сторону воды? Ну, на эту сторону. Ну, давай на эту, ну. Ронять-то не надо, просто поднимем. Поддержим. Так. Да, ты тут так хочешь, да? Ага. А ну, давай так. Держи мотор. Отпускай его, Дим.
Ой, поставь прямо. Так правильно, что мы с тобой хотим. Вон по факту у нас получается. Да, ровень. Вровень, даже выше, Дима. Конечно, это уже такой предел, еще про это прямей поверни. Ну, он носок ровень с козырьком, Дим, смотри. Видишь? Угу. Я показываю. Даже выше. Ну, учитывая, что козырек он как бы чуть-чуть поднимется. Ну, это вообще как бы нормально, ты знаешь. Ну, да, вот, на взгляд, да, а на практике начинает прохватывать. Ну, так это и неплохой результат, если сейчас этот крыло навесить и посмотреть, если будет, нет. Поднимай мотор. Ну давай сейчас гони за крылом, чтобы сразу же понять. Время у нас же есть сегодня. Что, планку уберем, да, пока? Чтобы доплыть, или уже так доплывем? Доплывем. Доплывем так, ну. Они же такие в основном все стандартные. Вот это, такие, ну, смотри, вот я как будто чуть-чуть ловил, мы верили, блядь, заебись на получается. Да? О! Хорошенько. Чубачки. Ну. Вот их подсолишь, блядь, подверишь, блядь, все снять, они жирные-жирные выйдут. А что, нормально такой пойдет там? Да, они, наверное, больше-то и не шибко не вырастают. Не, да? Я, они вот. В основном, вот потом у Гуда рыбачил, они тоже один да. Стандарт только шли, я по весне. Ну тут говорят, когда он идет, только успевай закидывать, да? Вот, допустим, три крючка нахуй, по два крючка сразу. Вот и сейчас сидят. На два сразу по первый крючка. Раз, да. Сразу до штуки нахуй. Так что, блядь, а еще мне кажется, это, еще на бедре будет, дня два-три нахуй. Вода чуть-чуть потеплее будет, да? Да, будет вообще. Вчера, говорят, надо, чтобы не сильно тепло было, потом, если касатка пойдет, потом белый рыбец и плохо выйдет. Да? А. Еще и касатка попрет, да? Да, касатка, плеть, если пойдет, это все. Белый рыбец. А на что, на червяка ловите? Да. Я червяк, кукуруза сразу. И кальмар пробуем на всякую херню. Да? На все клюет. То есть из кальмара лапшу чисто нарезали. Ну да, да, делал с полоски на. И сырого прям. Да, сырого. Свежее мороженое. Я в том году варил, как бы на тоже нормально. Блядь. Не, вот свежее мороженое нормально. Ну сейчас на сырого пробуем, не знаю, пока что тишина, блядь. Я вот. Можем на сырый рыб тут ловить. Да? Лет, да. А, не пижу. Начинаю. Понятно, что на червяка захватил. Я говорю, он подпер уже. Вот это счастливый обладатель у нас чубака. Будет его вялить, да? По-любому. Сазанчики тут потом попозже подпрут. Да? Офигеть, я в том году сазанов ловил. На хлеб. Таких. На сетке ты, Вовчик, не видал, у меня по ванну, ему это, за мной было дома, я реально тебе говорю. А так недалеко нет, закидывайте? Кажется, по-разному. Да? Я думаю, наверное, это ближе в береговой зоне, да, стоит? Наоборот, дальше. Здесь дальше, яма. Да? Здесь яма. И он в яме стоит? Ну, в основном рыба, но когда вода даже бывает. Так вот у нас люди на Дальнем Востоке ловят рыбу. Ставят вот такие вот камушки, Дима, смотри, уникальная штука. Да. И ты знаешь, он всех облавливает, вот этот вот человек, все, кто на берегу есть. Камушком. Да, камушком. О, все, рано-рано еще, только дернулся. Запутались рыбачки. Слышь-ка, снимай быстрее. А что тебе отсюда? А там что там где? Да хуй вот. Пока не бежит ничего.
О, вот он. Сидит, ё-мо. Рыба моей мечты. Вот, рыба моей мечты, да. Да, ясь. Ясь. Вот такой он, ё-мо. Молчаливый, ё-мо. Вот у человека даже колечко колена сломалось, он его даже не снимает. Вот так вот с ними рыбачит. Это, наверное, больше привлекает рыбу от этого. Обусловлен его успех такой сегодня в рыбной ловле. Да, она блестит. Да, она блестит, привлекает, да. И человек просто облавливает весь берег. И вместо у него кивка там или что-то, сигнализация поклевки, он привязывает камушек. Это самый эффективный способ при ловле чебака. Иначе его успех нельзя ничем объяснить. То есть я просто не вижу больше никакого момента. Ну вот у нас попытка уже с крылом, да? Да. Немножко от берега отойду. Давай GPS. В этом верхнем левом углу что-то натыкал, оно в верхний переместилось в угол, где видишь? Ну а здесь? Ну, 2,7, 4. Так и было? Не-не-не, было вот здесь 103 километра дистанции. Ну. Ну давай, полетели. Полетели вместе. Продолжаются настройки. Ну, все есть. Пусть... Вообще все сняли, да? Да. Сняли. Садись.
он спящий уходит. Вижу, тележки так вот, заходи. Да, вот сюда. Наверное, подальше отгонять. Надим. Выше платили еще зарядку. Вот сколько было, я же не выключал, она все снимала.